И всем привет. Мы играем игру, которой нет ни одной логики. Это чекпоинт. У нас первый уровень. Это просто надо вниз прыгать, и ты умер, и появляешься на втором уровне. Вот. Я на разных комнатах. Идем на этот просто чуточку большой красный кубик. Заходим, и мы снова умираем. А теперь вот этот. Очень сложный уровень. Видите вот эту вот кнопку? Нажимаем. Людей нету. Я же говорю, и эта игра очень нелогичная. Мы уже на этом сервере, который невозможно сделать. И снова нажимаем на эту кнопку, и здесь словно появляются люди. Но нам они не нужны. И мы так никогда не задремся, потому что это второй уровень. И я, как всегда, не понимаю логики в этой игре. А здесь типа задонатить 100 робоксов, а здесь только 10 за обучение. Ладно, а здесь типа уже 100 робоксов. А здесь только... Не понимаю, что это. Я не могу добраться, ну как это? Это же третий уровень. Постойте, ребята. Давай снова включим людей. Как это возможно? Ребята, я очень много попыток просто остановлю это видео. И я, наверное, это все сделаю. Пока. Это не все видео, подождите немножко. Да, я нашел способ. Этот кубик можно двигать. Видите, и, типа на него так стумдует. Помогает той бабухе там забраться. Бед. Все, готово! Я на этом уровне. Это же четвертый уровень, не понимаю. Оранжевый куб. Ладно, так это... Добраться до другого уровня. Пятый. Это вот так тебе нанес в жизни. Все. Мы находимся в пятом уровне. Как? Как это возможно? Это уже что, пятый уровень? Постойте, ребята. Этот человек мне мешает. Выключаем его. Постойте, ребята. Как это возможно? Это, я понял, что этой игры нет логики. Постой. Я не могу помещаться. Потому что мне что-то... Бляма, как я там забрусь? А что, оставляю видео. Ребята, я упал на эту маленькую дырочку. Как это должно быть возможно? Ладно, это уже на шаштый уровень. Ну, типа на кубик. О, вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Это снова тот оранжевый маленький кубик. И так надо всегда. Всегда. Шаштый уровень. Он сложный, Десса. Это... Я не понимаю, это будет немножко так сложно. Без сколько в этой игре есть уровней? Здесь даже нет людей. Хорошо, даже не могу нажимать на вот эту кнопку. Ладно. Бля, когда это будет возможно? Эту штуку можно двигать? А нет, не можно. Ну, давай я снова остановлю видео, когда все сделаю.